Трансафриканский перелет винтажных самолетов завершился в ЮАР. Участники ралли на бипланах 20-х и 30-х годов пересекли Черный континент с севера на юг и приземлились в аэропорту города Стелленбос. Из 12 самолетов, стартовавших месяц назад с греческого острова Крит, до финиша добрались лишь 11. Один из авиаторов из-за поломки совершил вынужденную посадку в Южном Судане и выбыл из гонки. Между тем, организаторы мероприятия уже задумывают провести новое ралли в 2018 году. Согласно их планам, самолеты стартуют на юге Аргентины и отправятся в путь на север до Соединенных Штатов Америки.